11.11 на Алиэкспресс – это одна из самых рекламируемых распродаж века. Все утверждают, что во всемирный день шопинга на Алиэкспресс можно хорошо сэкономить, но так ли это на самом деле? Интересно. В этом видео вы узнаете всю правду про 11.11 на Алиэкспресс. Такого не знали даже британские ученые. С вами Future Time. Поехали! Ребята, хочу вас оповестить, что мы развиваемся, с каждым днем будет все больше и больше интересного контента про смартфоны, планшеты, различную бытовую технику, ноутбуки. Но, конечно, с повышением качества контента растут и расходы. Я, конечно же, чтобы сэкономить хорошую сумму денег, заказываю периодически товары на AliExpress. Скоро начнется самая громкая распродажа на AliExpress, 11.11. Вы наверняка все про нее знаете. Она проходит каждый год, и каждый год бьет новые рекорды по продажам. Скидки доходят вплоть до 90%, и товары разлетаются как горячие пирожки. Но знали ли вы о том, что на этой распродаже можно сэкономить еще больше и получить дополнительные бонусы от покупок? И в этом нам поможет сервис Мегабонус. Просто зарегистрируйтесь в Мегабонус на сайте или в мобильном приложении, активируйте кэшбэк на AliExpress и после активации кэшбэка с 28 октября по 11 ноября добавляйте товары в корзину, собирайте монеты и купоны, играйте в игры и участвуйте в акциях. А во время самой распродажи с 11.11 оплачивайте все то, что успели положить в корзину ранее, и применяйте выигранные купоны. Все товары, которые я закажу на AliExpress с 11.11, будут в разы дешевле, так еще мне прилетит кэшбэк в виде денег. Но чтобы получить максимальный кэшбэк Мегабонус, рекомендую заранее подготовиться, установить приложение и сделать следующие шаги. Первое. Если вы собираетесь покупать с компьютера, то установите браузерное расширение Мегабонус. Это автоматически даст плюс 2 уровня в программе лояльности. А если с телефона, то установите мобильное приложение Мегабонус и добавьте виджет Мегабонус на рабочий стол. Это позволит активировать акции повышенного кэшбэка. Также регулярно проверяйте на сайте Мегабонус акции с повышенным кэшбэком, ведь на AliExpress период распродажи он может быть повышен до 25%. Помимо всего прочего, Мегабонус даст до 8% бонусного кэшбэка к тому, что уже указано на сайте и в приложениях, на все покупки в магазинах РФ, на Али и до 5% кэшбэка на остальные категории товаров, даже смартфоны. Такого вы нигде не встретите. Я советую вам пользоваться кэшбэк-сервисом Мегабонус и даю промокод на повышенный кэшбэк. Он активируется автоматически по ссылке и дает плюс 2 уровня к лояльности на 14 дней. Количество использования ограничено. В общем, вся подробная информация будет в описании под этим видео. Переходите, регистрируйтесь в Мегабонусе, ну и удачных вам покупок! В первую очередь давайте разберемся, какие бывают скидки 11.11 на AliExpress. Основной составляющей каждой распродажи на AliExpress являются купоны. 11.11 можно получить три вида купонов. Купоны от продавцов, купоны от Али, спецкупоны от AliExpress. Некоторые из купонов будут действовать до 11.11, мотивируя покупателей совершать покупки раньше. Но большая часть купонов будет действовать только с 11.11 по 12.11. Также следует отметить, что спецкупоны могут использоваться одновременно с купонами продавцов и купонами от AliExpress. Главный момент в этих купонных скидках – обращать внимание на условия самих купонов. Купоны могут давать скидки только с определенной суммы покупки. Например, скидка купонов $2 может работать для покупок от $6, а может и от $20. Будьте внимательны. Заработать купоны для скидок на 11.11 на AliExpress очень легко. За несколько недель до начала распродажи будут запущены множество игр и конкурсов, в которых без труда можно заработать десятки купонов. Как правило, больше всего купонов можно получить, используя приложение для AliExpress. Также 11.11 на AliExpress продавцы будут снижать цены. Эти скидки бывают очень существенными, однако можно встретить и очень много хитрых продавцов. Некоторые продавцы за 2-3 недели до Всемирного дня шопинга на AliExpress поднимут цены, а непосредственно 11.11 сделают их прежними. Уже поучаствовав не один раз в этой акции, у меня сложились определенные взгляды и подходы к распродаже 11.11, которые позволяют мне хорошо экономить в период ее проведения. Так что хотелось бы дать вам некоторые полезные советы на эту распродажу. Желательно определиться с тем, что вы хотите покупать за месяц до начала распродажи на AliExpress. Добавьте весь интересующий вас товар в корзину. Это позволит вам проследить за ценой товара вне акции и понять, реально ли продавец дает на него скидку во время акции или пытается мухлевать. Если период продажи уже начался, там за 1-2 недели, и вы не знаете прежней цены товара, это не беда. Сейчас существует достаточно много расширений для браузера, про которые я вам уже неоднократно рассказывал. Они позволяют увидеть, какая цена на товар была даже за 2 месяца.
В общем, не тупите и закупайтесь по полной. Никакой это не обман, цены реально понижаются, это точно. Я всегда живу по правде и никого никогда не обману. Так что тут мне можно поверить, оформляйте корзину тысяч так на 20-30 и реально экономите большие деньги. Ну и конечно, не забывайте еще больше экономить с помощью мегабонуса. Ссылка в описании. С вами был честный и неподкупный Future Time. Целую, амигос.